Не секрет, что бывает, когда в руки пьяному человеку попадает оружие, пусть даже пневматика. Оно обязательно выстрелит. Так и произошло в Октябрьском районе Гомельской области. 28-летний парень, солидно приняв на грудь, выстрелил в проезжающий трактор. Водитель МТЗ отделался легким испугом. От травм его спасло лобовое стекло, взявшее на себя удар. А сам стрелок, как ни в чем не бывало, отправился на попутках домой. Правда, мужчина туда так и не попал. Заехал в соседнюю деревню, успел там напиться, а потом и вовсе крепко уснуть. Разбудили его люди в погонах и отвезли в ВВС. Следственный комитет уже возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье «Хулиганство».